Федеративная республика Германия отказалась от обмена секретными данными с Соединенными Штатами Америки и странами Евросоюза. Вот это им чем грозит? Да это все неправда. Меркель, представитель правительства, дала команду спецслужбам, которые в Германии с 1945 года подчиняются Соединенным Штатам Америки напрямую, как мы это знаем, в том числе на основе материалов, которые имеются. Ну, посмеются эти генералы немецкие, да и все, над Ангелой. Но она это сказала, потому что у них там выборы, потому что так надо, потому что это требует немецкий народ. Но народ может требовать чего угодно, но немецкие военные и немецкие спецслужбы, они являются филиалом Центрального разведуправления и филиалом американского Министерства обороны. Вот и все. И в принципе, плевали они на свою Меркель, плевали на нее. Потому что они не оттуда получают источник своей должности и свою карьеру, не от немецкого правительства. Они свою должность и свою карьеру и свое мировоззрение и отбор получают от американцев. Германия такая же колония. Кстати, у них тоже есть национальное освободительное движение. Они тоже пытаются поставить вопросы и возврата и золотого запаса, и право управления своей территорией, и пытаются убрать американские оккупационные части. В отличие от России, там прямые американские воинские подразделения стоят, оккупационные. Как будто от того, что они раньше в этих же базах назывались оккупационными подразделениями США на территории Германии, а теперь те же базы, те же воинские части называются просто базами, что-то изменилось. Ну просто смешно, ну, люди наивные такие. Да люди говорят, что Германия же в НАТО входит, поэтому там стоят американские, английские войска. Ну ясное дело, что можно красиво все нарисовать на заборе, а на самом деле мы же знаем, что там за забором лежит. Ну да, сказали, что вы входите в НАТО в качестве вассалов. Вот есть сюзерен в Вашингтоне, а есть вассал. И вот вам вассалам позволено входить в НАТО. Но как мы видим на деле, и вот в том числе с этим скандалом, который раскрыл Сноуден, это все фикция. Это просто вассальные подразделения.